Внутрипартийные выборы. Члены «Единой России» подают документы на участие в праймерис, по итогам которых станет ясно, кто будет баллотироваться в Госдуму от партии власти. Участвовать в нем могут не только члены партии, но и ее сторонники. Прием заявлений продлится до 15 апреля. Само внутрипартийное голосование состоится 22 мая. По Владимирской области о своем намерении побороться за голоса избирателей уже заявили юрист Михаил Капура, физкультурник Андрей Цирулев, врач Владимир Савинов, общественник Юрий Чайковский. И буквально накануне заявление подали действующий депутат Госдумы Игорь Игошин и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», вице-спикер ЗС Ольга Хохлова. Оба будут бороться за симпатии избирателей в 79-м одномандатном округе. Кроме того, фамилию Ольги Хохловой голосующие увидят и в федеральном списке. Я уже, в принципе, начала встречи, езжу по территориям, встречаюсь с нашим партийным активом, с общественностью. И призываю всех активно поучаствовать в нашей процедуре. Знаете, важно, чтобы наши члены партии попробовали свои силы. И сегодня это такая возможность дается им поучаствовать, например, с действующими депутатами Государственной Думы, на дебатах, на встречах вместе. Это большой опыт.